приходом летнего сезона люди все чаще гуляют в лесу на свежем воздухе. Наслаждаются красотой природы, гуляют с детьми, устраивают пикники. К сожалению, очень часто после отдыха наших соотечественников на полянах, кустах, под деревьями остаются горы мусора. Одинцовский район не исключение. Даже в одном из самых популярных мест отдыха, парке имени Ларисы Лазутиной, можно наблюдать нелицеприятную картину. Брошенные бутылки, окурки, банки, пакеты. И это несмотря на то, что здесь регулярно наводят порядок. С начала весенне-летнего сезона здесь прошла серия субботников, в которых под руководством главы Одинцовского района приняло участие рекордное количество жителей. Вновь и вновь появляющийся на лыжероллерной трассе мусор угрожает окружающей среде, портит внешний вид леса и настроение отдыхающих. И это при том, что после субботников поддержанием чистоты в парке занимается ряд муниципальных служб. Сложившаяся в одинцовских парках ситуация лишний раз подтверждает поговорку о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Находясь в лесу, не стоит забывать об элементарных правилах поведения, свойственных любому уважающему себя человеку. Ведь природа – самое ценное, что у нас есть. Мир вокруг нас станет чище только тогда, когда мы очистим от мусора не только парки и улицы, но и собственное сознание.